«ГазДевайс» – предприятие, которое вот уже 20 лет работает на территории Ленинского района и является одним из самых современных в России по производству приборов учета газа. Завод полностью автоматизирован. С помощью 350 роботов-манипуляторов, которыми управляют сотрудники завода, каждые 12 секунд производится одно готовое изделие. Требования к персоналу и к работникам завода здесь особые. Во-первых, это отношение к труду, отношение к профессии и знания. В первую очередь, на плечи операторов и обслуживающих работников, которые управляют этими роботами, возлагается очень большая ответственность. Неудивительно, что высокопрофессиональный коллектив был отмечен вниманием со стороны руководства муниципалитета. По словам главы, «ГазДевайс» – это одна из точек роста среди предприятий на территории района. В прошлом году здесь было открыто российско-китайское совместное машиностроительное предприятие с участием как раз «ГазДевайс» на его производственных площадях, что создает, как я уже сказал, особую атмосферу и точку роста. Это в первую очередь, что интересует любую территорию, создание конкретных производств и создание конкретных рабочих мест. Поблагодарив за труд и высокий профессионализм, Олег Хромов наградил отличившихся работников. Одну из наград получил Евгений Куликов. Он трудится здесь с момента основания завода. Был наладчиком при установке оборудования, потом простым рабочим, а сейчас он уже начальник производства. За 20 лет сменилось не одно поколение сотрудников благодаря отточенной системе подготовки. У нас обучение очень серьезное. Мы тут трехмесячное обучение представляем наставника. Вот. И потом уже у нас оператор автоматических линий считается обучены. И люди уже спокойно идут на другие предприятия, где автоматика, и работают там. Также на базе «ГазДевайса» был реализован совместный проект с колледжем Московия по обучению специалистов в отрасли машиностроения. А это значит, что у предприятия большие планы развития на будущее. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».